И вот сегодня на нашей тренировочной базе вместе, спортклуб вместе, Дарон Гольдин, простой еврейский парень, поднимает 150 килограмм в честь... Вместе. В честь нашего одесского товарища, это недавно переехавшего в Израиль, Баруха Меламеда. Баруха Меламеда. 150 килограмм. На 6 и даже 7 раз. И даже 7 раз. Потому что когда мы вместе... И даже 7 раз. Потому что когда мы вместе, вес между нами. А вы тоже поднимаете вместе? Нет, поднимает один. Итак, раз, 150 килограмм на кону, два, три, четыре. Он подходит к предельной цифре 5. Но на нем святая кепка. 5 раз сделано. Теперь идет заявленный 6-й раз. И может быть, как говорят в Одессе, и 7. А то и 8. Сэм восемь. Главное помнить, что мимо это иллюзия. О! 6-й раз был поднят. Очень хорошо. Это все не руканье. Очень близко. Поздравляем. Допинга. Кепки. Одесска. Как вы себя чувствуете, спортсмен? Замечательно. Легкость во всех суставах. Хочется прыгать и танцевать. Есть кому передать привет? Пока нету, но найдем обязательно. Найдем.